Так, давайте определимся с направлениями. Предлагаю одновременно с нескольких сторон подойти к базе, проломиться и начать зачистку. Южной группы, ой, с южной стороны одна группа заходит, потому что их бич, по идее, прикрывает, наверное. С южной стороны. Юг, это где, вверх или вниз? Низ, низ. Пизда. Ну, снизу, ладно, так понятнее будет. Снизу, если будет заходить. Примерно ага. даже пускай по центру. А мы тогда с 38-й можем зайти. Ну, там, видишь, 38-я высота, но это слева, которая с востока. Ой, запада. Так, все понял. Ну, давай с севера сверху попробуем проехаться. Давай сверху попробуем. С точки ВП-2, давай, прям где-то в районе КПП. Так, Хоффман, Волк, смотрите. Точка ХВ. Там нашли? Да. Да, там вы останавливаетесь, ждете команды, когда мы подготовимся. Если Понял. Будете ждать, можете вылезти из БРДМки, пока мы будем объезжать. Так, пока мы займем позицию, точка ВП-2. Ну, короче, вы сидите, ждете команды. Потом, когда мы подъезжаем с севера, даю команду. Вы движетесь к точке 1, проламываете там забор, ну и начинаете продвигаться. Зачищать понемногу территорию. Мы в это время проламываем забор в районе точки 2, ну и также зачищаем. А если враги все-таки спалят? Ну, сделайте так, чтобы не спалили хотя бы, пока вы ждете. И даже если и спалят, смысл в том, что мы же с двух сторон будем наступать. Я думаю, они все равно не успеют среагировать. Одна из групп все равно допрорвется, я так думаю. Ну и снайпер там, работай. Так, Зима, мы в какой с тобой бардак? Вот я стою. Все, это я, пойдем. Ты за руль или я? В этот же садим. Давай ты садись. Так, Хоффман и Волк, вы занимаете тоже бардак. Чего нету? Прибора с координатами. Да, нету у него здесь. Ибо нефиг, сами давайте ориентируйтесь. Компас нахуй. Кажется, они свет вырубили. Ну конечно, их же слепит этот фонарь. Ты уже на точке, бич? Нет, близко к точке подхожу сейчас. Так, ну ты, бич, если что, снять можешь, снимай сразу. Хорошо, понял. Так, Хоффман. Волк, да. Готовьтесь. Чё, в машину садись? Да, залезайте в машину. Бич, ты ничего не видишь? Пока нет. Вот здесь можно выходить уже, в принципе. Так, а ты предлагаешь пешком? Я предлагал на машинах прям залететь. На машинах? Может, сначала да. посмотрим, что там? А, ну иди давай сюда, посмотрим. Ты с биноклем. Посмотри, что да я через есть. Этот планшет посмотрю. А, блядь, ты сам можешь планшет запустить. Так, они по ходу дела в зданиях все. Че, на улице нет никого? Нашу тактику выбрали, да, никого не вижу. На крыше. Так, на нашей северной стороне один бегает. Получается, в западной стороне возле бокса. Остальных понятно. Пока не вижу. Ладно, садись, чё, поехали. Так, вы готовы? Да. Чё, стену ломать? Всё, выдвигаемся, да, проламываемся. Пошли. В любом месте? Ну да, со своей стороны. Там снайпер на крыше. Всё, вылезать. Так, стену вы проломили? Да, мы уже в комплексе. Мы тоже. Ой, по мне стреляют. Они снаружи, что ли, уже? Да. Так, отлично. Прикройте. Так, меня обстреливают. О, я вижу откуда. Бич. От базы на ноль прям. Так, американка, по-моему, здесь. Черт. Так, у города как кто-то шарится. Зима, тебя убили, что ли? Нет. Почти.
Блин, я снайпер, я не могу вылезти. Ой, точнее, там меня снайпер кроет. Блин, готов я. Черт, что такого? Бардак угоняет наш. Охренеть, не обезбашенный. Бля, они сейчас гранаты меня тут закидают и все. Вы объединитесь, попробуйте. Ага, у меня там снайпер Бич, кроет. Ты снайпера как-нибудь сними уже, нет? Чё ждёшь-то? Да он слепой. Бич, как дела? Через стенку что-то у меня не особо развитое зрение. Простите уж. Генерал должен в какой-то палатке стоять. Опа, молодец. Бич, это снайпер был? Нет. Ну все равно молодец. У меня, конечно, сумасшедшая идея. Я хоть не агент на 07, но смотри, вроде от пластида там этот дым идет, да? Но. Заложить сейчас пластид, короче. Взорвать тем, и этим снайпер, самым отвлечь снайпер. Да ладно вам, ребят, просто ворвемся, там посмотрим ситуации. Блин, они все охренеют. Good luck. Я даже дерево сломал, чтобы они там вообще, бля, вам всирали все. Просто выносим эту хрень и въезжаем. Давим, давим. Вперед! Там одного вижу. Сейчас задавим. Да нет, все пацаны. Прикиньте, что он сейчас орет там. 4 метра, 4 метра, дави! Сейчас задавил он, нахуй. Въезжаем, вперед! Рашем, за Русь! Еще один готов. На выход, на выход! Мувы! Парни, в будке один! Передо мной будка! Помогайте! Быстрей! Ребят, вы сколько уже играете? Да тихо, свой был, блядь! Пацаны, будка! Помогайте! Халупа нужна! Координаты будки. Какая будка? Тут одна из будок, короче. Где эта будка стоит? Поставку, да. Тазимут, скажи, Серый, чё да, ты... Да, как я вам Тазимут скажу, по отношению к чему, куда? Какая будка, ты мне скажи? Вот тут была. Вот тут он стрелял, куда-то улинял. А, мама! Мсти, братан! Ну это жесть, конечно. Ну блин, ну конечно, я сделал огромную ошибку, что взял снайпера сейчас. Я отомстил. Да я... Понимаете, я просто сейчас начал убегать, если бы у меня была М-ка, я бы сейчас выхватил оружие в игре. Я взламываю терминал. Все заперто. Ну и как ты взламывал-то, рак? Какие? Терминал взломан. Ёпта-мопта. Ой, бич, блин, ну ты вообще просто... Чел, а... Ты взламывал, наверное, да? Блин. Конечно, взламывал. Обидно. Но он, брат, перед тобой вылез прям. Я думал, ты его не заметил просто. Ну да. Ну извиняй. Тогда ничего страшного. Я уж думал, ты его не заметил. Блин, офигеть, залазит. Бум. Обошел. Мы с ним прям спиной к спине лежали первые 10 секунд, там он разобрался, тебя увидел. Серьезно, он поднялся, жопой мимо тебя прошел такой. Потом сел за тебя и сидел секунд 10-15, наверное. Потом оборачивается, и тут тебя видит. В ступоре таком стоит секунд 5. Подходит медленно такой, на корточке. Садится, она перед тобой так пробегает, типа, эй, ты живой? Нет. Думает, как бы поэкзотичнее убить, да? Мы прям шумом заезжаем. Влево, вправо и... Погнали. Снэк, я бабонёра, мы на Анесе. Принято. Вижу вас. Окей. На центр... Я перебегаю. Принято. Прикрываю. Можешь бетром прикрыться. Красава. Готов, гад. Найс. Ну зачем еще гранатомёт здесь? Действительно. Ну серьезно, как его еще использовать? Технику они что-то не используют.
Он что-то глупенько поступил. Он высунулся, выстрелил, а позицию не сменил. Я в доме. Да это не тот дом, заложники другого. Нет, вот ты сейчас рядом с ним стоишь. Вот ты прям возле него прям. Вот там заложника я вижу наверху, да? На втором а этаже. А я вижу сейчас на первом этаже напротив меня дом. Баба Нюра стоит. Они повсюду тут. Ну, они в хорошем. И в каком искать? Есть у кого дымы? Никак нет.